Аксель, тройной тулуп и луц. Пока еще юные спортсмены детской школы по фигурному катанию только знакомятся с этими понятиями. В будущем некоторым из них повезет прочувствовать дух олимпийской борьбы. Ведь точно так же ровно 20 лет назад и именно на этот лед родители привели на первую тренировку будущую обладательницу серебряной олимпийской медали Евгению Тарасову. Ей было всего 4 года, когда она ступила на ледовую арену, падала и снова поднималась. Тренеры сразу разглядели в талантливой девочке настоящего бойца. Было решено, Женя должна заниматься в спецклассе. Тогда его тренировал легендарный Геннадий Тарасов. Но под его руководством будущему призеру Олимпийских игр было суждено заниматься недолго. Геннадия Сергеевича не стало, и пришлось начать мне Женю. Она была очень трудолюбивая, старательная. Либо ты трудишься в поте лица, либо на пьедестале окажется кто-то другой, говорят фигуристы. Сейчас в этой школе занимаются почти 200 воспитанников. С малых лет они понимают, что без падений победы не будет. Этого правила придерживается и Евгения Тарасова. Казалось, еще вчера она каталась в юниорах, а уже сегодня помогает нашей команде завоевать серебро в Пхенчхане. За выступлением пары Тарасова-Морозов следили и воспитанники школы. Теперь у них только одна мечта. Стать олимпийской чемпионкой. Мне мама рассказала, что она занималась тут. Моя мечта – стать олимпийским чемпионом. Для Татарстана эта медаль станет первой из зимних Олимпийских игр. Фигуристка, выросшая в Дербышках, помогла нашей стране обойти США в командном зачете. По очкам уступили только канадцам. Но впереди еще выступления и новые победы. Мы надеемся в успешное выступление Андрея Ларкова, лыжного вида спорта, Анны Нечаевской и, конечно, большие надежды по сноуборду Владислав Хадарина. Хочется верить, что это серебро не станет единственной наградой Евгении Тарасовой в Южной Корее. 14 февраля она вместе с партнером Владимиром Морозовым поборется за золото в парных выступлениях. Сергей Хайдаров, Алмаз Заединов, ТНВ, Казань.